Чаще рождаются двойняшки. Тройняшки – действительно редкость. В перинатальном центре 2 года назад появилась тройня, и вот новый случай. Забеременела естественным путем. О тройне мы узнали на первом скрининге в 3 месяца. И вот 3-го-10-го стали счастливыми родителями 3 богатырей. А богатыри появились на свет весом 1 килограмм 540 граммов, 1 килограмм 920 граммов и 1 килограмм 980 граммов. Поэтому еще необходимо время, чтобы новорожденные окрепли и набрали необходимый вес. Опыт выхаживания тройняшек у сочинского медперсонала есть. Это инкубатор у малыша, который родился весом 1,540 кг. Это реанимационные места, или их называют реанимационные кровати, для деток, которые с большим весом. Естественно, это смешанный тип питания. Они получают парентеральное питание, то есть, ну, будем говорить по-простому, через сосудистый доступ, и получают энтеральное питание. В том числе, что немаловажно, они получают целебные капли материнского молока. Светлане Агафоновой 37, это ее первые дети, в роду двойняшки были, а вот тройня впервые. Беременность протекала нормально, без осложнений. Сама она из Луганска, муж сочинец. Конечно, такому подарку судьбы радуются и набираются сил, чтобы растить сразу 3 мальчиков – Тимофея, Гордея и Мирона. С весом 2 килограмма 200 граммов их уже отпустят домой. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.